И звездного времени суток, дорогие граждане. Я вас приветствую на сегодняшнем нашем стриме, втором стриме по Star Citizen. Скажу честно и откровенно, я узнал о новой локации уже после стрима, такой думаю, дай-ка я зайду, ну, запилю там, может, такой, знаете, видосик на 20 минут, там, ну, максимум 30, чтобы можно было на все это дело посмотреть. Но дело в том, что локация настолько огромная, настолько большая, что, я думаю, надо запускать целый стрим. Ну что ж, еще раз приветствую, кто к нам сегодня присоединился. Виктория Шепард, Джин, Тони Логан, JR2055, Кивок, Каматейч, Зетпак, Дракоша, Предатор. Я вас всех искренне приветствую, всем приятного просмотра. К нам еще NRG Sir присоединился. Ребят, всем просмотр. Вебку я уберу, чтобы было больше обзора и чтобы она в целом не мешала. Что я еще хочу сказать? Я очень сожалею, что ночь, потому как днем все-таки это круче смотрится. Особенно непосредственно сам перелет шаттла на новую эту самую локацию. В общем... Приятно посмотреть. Алгури, привет. Легат, привет, дружище. Спасибо, дружище, тебе за огромное, за все, что ты делаешь для нас. Ребят, поехали, как говорится. Итак. Кто-то помнит, какой суточный цикл по времени? Сколько суточный цикл занимает на Крусейдере, а? Визер, привет, Ясон тоже здесь. Вербовка тут. Хорошо, что вербовка тут. Так, ребят, смотрите, нам надо на крышу в обязательном порядке. Мы будем с вами не спеша перемещаться по локации. Я для антуража еще возьму оружие. Потому как там можно брать оружие в руки. Сейчас только посмотрю, что тут подойдет мне более или менее. А, вот. Да, легата. Итак, тут около 4 часов по памяти. Ой, жесть просто. Просто жесть. Ладно, в ночное время суток будем ходить. Итак, ребят, это крыша. Есть выставочный зал Крусейдеров. Нам по факту нужно в это место идти. Вот. Ну, я вам просто показываю. Это на самом деле ничего тут особенного нету. А самое интересное будет дальше. Сейчас все увидите. Лаврентий Дарель, привет. Итак, смотрите. Нам уже намекают, что в то место, которое мы будем с вами лететь, там что-то будет страшное происходить. Кстати, его можно залутать. Уже кто-то лутанул, походу. И сколько мы будем ждать дня? Ладно, залутаем того, который будет в другом месте. Ну что ж, полетели. Закройте, пожалуйста, двери. Ну, я думаю, лететь где-то надо будет... Слушайте, наверное, минуты полторы. Пристегивайтесь. Приятного вам полета. Савада, привет. Спасибо большое. Да. Тебе приятного просмотра. Сейчас будем лететь сквозь все эти, ну, мимо всех этих платформ огромных. Да, вид, конечно, днем здесь значительно лучше, чем ночью. Ночью ни хрена не видно. К сожалению.
Еще пролетаем платформы. Нет, Дарк, как раз у всех одинаковое время. Кстати, оружие он не достает. А, еще ж рано об этом говорить. Просто исчез маяк. Боже мой, еще раз повторяю. День, сутки одинаково проходят на всех серверах, ребят. Да, жаль ночь. Крис, а ты можешь, пожалуйста, время подкрутить? Ну, чтобы нам удобнее было. Итак, первое, что нас встречает, ребята, вы видите следы взрывов, крови. В общем, интересная локация, я вам хочу сказать. Мы видим здесь мертвого охранника, которого можно, кстати, залутать. Ну, понятно, что вещи настолько тяжелые, что мы их не утащим. Но тот же самый, например, андерсьют можно попробовать забрать. Ну ладно. Не будем трогать труп. Дальше смотрим. Здесь у нас трупы. Здесь однозначно что-то произошло, вам так не кажется? Я предполагаю, что это могли быть Ninetales'ы. И Restricted Area меня кумарит. Вот это... Кстати, обращаю ваше внимание. Здесь можно доставать оружие. Hey, how are you? Какой-то необщительный молодой человек. Итак, давайте двигаться дальше. Она, сразу предупреждаю, она огромная, эта локация. Блин, ну Restricted Area. Можно куда-то ее деть, а? Вечно у цыга все через одно место. Видим следы взрывов, огонь и опять трупы. Однозначно здесь была бойня. Притом, мне кажется, здесь никого не жалели. Так как мы видим убитых гражданских, не только охрану. Вот гражданский. Кстати, гражданского тоже можно залутать. Мародер, Сечеслав! Что поделаешь? Так, здесь мы с вами, ребят, можем наблюдать перевернутый грейкет горящий. Видимо, это какой-то был спецназ на Грейкете. Ладно, движемся дальше. На выставку напали террористы. Есть предположение такое. Вот я тоже так думаю, что что-то у них произошло. Здесь у нас коробочка с лутом. Обращаю ваше внимание. Можно взять водички.
Что еще можно взять? Батончики всякие. Ладно, я думаю, этого более чем достаточно. Трупы тащи. А куда их тащить? Ты предлагаешь мне их притащить в ту локацию, откуда я приехал? Да. Еще один гражданский. Ну, в общем, ребят, движемся дальше. Я очень жду, чтобы эта локация была запущена конкретно под ивент какой-нибудь. Такой, знаете, FPS-ивент. Было бы реально круто, мне кажется. Я уже так и представил, как на Валькирии приземляется десант вражеский. И начинается замес. Так, ну, кроме еды, здесь пока что я ничего особого не вижу. А можно стримера потише и игру погромче? Вот так вот, да? Что значит стримера потише? Привет, Суверен. Привет. Ну, за рестриктерию я прошу прощения, но это уже как бы не мой косяк. Стримера нельзя потише, говорят. Ладно, здесь везде стоят пока, ну, по крайней мере, разбросаны ящики с лутом, в котором только пока что еда. Да, я в курсе, что рестриктерия — это запретная зона. Оборонительные щитки. Наверное, вот так вот, чтобы можно было стрелять, прикрываясь им. Ладно, движемся дальше. Здесь мы видим перевернутую с вами... блин, как эта фигня называется? Тележка. О. Видимо, строили оборонительные редуты, или как правильно сказать это. В общем, по крайней мере, мы можем ходить по этому всему делу. Ребята, это только начало. Это только начало. Идем дальше. Вы сейчас офигеете, насколько локация огромная. Очень много всякой здесь техники. Очень похоже на военную, кстати. Привет, еще раз покажи, где тут терминал покупки кораблей. У нас сейчас стрим о другом. Привет. Сразу видно, да, над чем циги работали в патче 3.18. Ну, слушайте, это можно смело говорить о том, что это новая локация. Я понимаю, что сейчас найдутся критики, которые скажут, да ну они просто взяли предыдущие ассеты, накидали. Ну, вроде как бы да, а вроде и нет. Ладно, пойдемте дальше. Шатадели, привет. Идем дальше, друзья. Мне вот интересен лифт, куда ведет. Давайте попробуем. Посмотрим, что здесь. Здесь мрак. Мы на этом лифте можем подняться. Но мы к нему еще вернемся. Отдельно, я думаю. Просто вопрос, куда подняться?
Я не вижу здесь никакого строения, к которому можно было бы подняться. Слушайте, мы наверху. Это получается лифт наоборот. Наверное, вниз можно спуститься, да? Ха-ха-ха, Нортман, молодец. Да, спуститься скорее. Да, я тоже согласен, что спуститься. А с той стороны есть ли лифт? А, нет, нету. Здесь, по крайней мере, я не вижу ничего такого, чтобы могло бы похожим быть на лифты. Так, ну, здесь двери непонятно куда. На улице не FPS появился? Вот тебе FPS. Я, мне вот Турбо в личку скидывал, у него в 2К на новой локации это было что-то там больше 60 FPS. Ну что, пойдемте дальше. Ну, инвент они не успеют, да, к сожалению, к фрифлаю. Ну, в целом, я хочу сам поучаствовать. Не имеет значения, когда они его сделают. Пускай это даже будет патч 3.18. Не суть важна. Хочется, в принципе, принять участие в этой, ну, в ивенте на этой локации. Блин, как-то все много. Так, я снял этот. У меня нету. У меня же нету шлема. Хочешь, я одену? Может, исчезнет, если я одену? Видишь? Ну, это, Саш, это вроде как готовили на Invictus, но я думаю, они могут не успеть его все сделать и реализовать. Пойдемте дальше. Кайфово, я вам хочу сказать. Регистратура, ну, мы же понимаем, здесь никого нету. Но зато... Не, я думал, можно воду взять. Цыги-цыги, блин. Могли бы сделать, дать возможность игрокам брать воду здесь. Яблочки, нет. Яблочки даже не взять. Арбузик. Что за люди? Вот есть еще один лифт. Давайте попробуем пока что подняться на этом лифте. Итак, какие варианты? Ground floor, upper floor и roof. Мы с вами, наверное, здесь, да? Или нет? Нет, мы были на ground floor. Окей. Еще один гражданский. Что если сделать вот так? И надпись вроде не так сильно раздражительная, да? Сегодня уже тестировали здесь ивент. Ты между той авокадо тестировали? Выстрелы, слышите? Баск, привет. Теперь смотрим на размеры локации, ребят.
Это просто жесть. Да, большая заварушка в маленьком Моррисоне получается. Сейчас, ребятки. А, Тори, я не знаю, что они здесь планируют сажать, но ты видишь площадку. Площадка просто огромнейшая. Ребят, да, всем приятного стрима. Не забывайте ставить лайкосик. А, на ютубе смотрел? А вот края платформы. Ну, реально жаль, что ночь. Ну, что поделаешь. Пока будем ночью ходить. Вы понимаете, да, приблизительно размеры этой карты? Они просто офигенно большие. Две башни стоят. Тут даже меня порадовали 30 FPS-ами. Но еще страшно. Идем тебе дальше, короче. Можно ли поменять день на ночь? Я бы с удовольствием. Если бы у меня была бы админ панель, я бы поменял бы. Ладно, пойдемте. Слушайте, в том направлении мы были с вами, нет? Думаешь, все-таки Фреза долбанут, Лисар? Исходя из происходящего на Уэрисоне? Еще одна баги валяется, Грейкет. Объект, привет. Фу. И это только второй этаж исследуемой локации. Нет, это не сквадрон. Ну, шутку юмора я оценил. Кстати, пароль. Я так понимаю, какой-то надо будет достать пароль от кого-то, с кого-то и потом ввести, чтобы открыть этот ящик.
Не получится с меня, хакер. Да и фиг с ним. Пойдемте дальше. Еще бы понять, где пароль этот найти. Я просто не знаю, сколько нужно времени, чтобы здесь все исследовать. Наверное, очень много, ребят. Еще контейнер, и, скорее всего, там тоже есть пароль. Угу. 1, 2, 3, 4. Давай попробуем 1, 2, 3, 4. Нет. Говорю, только монстров не хватает. Ну, наверное, да, монстров не хватает вам. Зато ночью отлично видно, как огонь горит. 0451. Ну, вернусь обратно, проверим. Ира, не дал вам студию. Кто-то с автоматом бегал. В общем, на этом лифте тоже можно уехать, если кому-то интересно. Окей, двигаемся дальше. С Вандулом и был ивент, но Палура не выйдет уже. Не, Палура никак не выйдет. Да и я думаю, мы не увидим Вандулов до релиза Squadron 42 в постоянной вселенной. Надо ивент замутить. Кстати, это хорошая идея. Замутить здесь ивентик-то. Только я не знаю. Мне кажется, мы тут потеряемся. Друг друга не найдем. Интыс, вот привет. Рад тебя видеть. Что у нас здесь еще? Вот труп чей-то валяется, к примеру. Больше ивентов, богу ивентов. Я так понимаю, это игрок. Наверное. Ничего личного. Патронов у него нету. Можно забрать вот это вот. Коллиматор. Я так понимаю, ствол у него пустой. Ну, не повезло парню. Наверное, неаккуратно бегал.
Ё-моё! На масштабы посмотрите локация, ребят. Это только одна сторона, которую я, ну, могу... Которую я могу, как бы, видеть, да? А в этих зданиях еще лифты есть. На них можно будет подняться на крышу. Денис, привет. Да, я помню тебя, Матеш. Помню. Добро пожаловать в наши ряды. Ну что, ребят. Как бы полноценность патча 3.17 заканчивается на патче 3.17.1. И она немалая. Ну, я считаю, за этот патч можно респектнуть разрабам. Я очень надеюсь, что они все-таки эту локацию используют под ивент. Я хочу принять участие в таком ивенте. Ну и, конечно же, как только он будет запущен, я обязательно вас приглашу, ребята, на принятие участия в этом ивенте. Мне будет очень интересно с вами побегать всеми. Да, днем бы глянуть, но, к сожалению, видишь, ночь. Может, пока будем ходить, уже будет и день к этому моменту. Слушайте, ну с другой же стороны будет возможность даже хотя бы провести сравнение между днем и ночью. Прикинь, какой логодром будет. Мне сложно прикинуть. Я представляю, не то что логодром будет, какой будет десинг. Как тут будут телепортироваться все. Ребята, еще один лифт. А, это крыша. Это мы вернулись, да? Или это другая? А ну давайте. Ох ты ж, блин. Это было немножко стрёмненько. Все, автомат сломался, заклинил. Разрешен для огонь. Но это для вас. Так, в этой локации были. Давайте попробуем вниз спуститься. Я думаю, я куда-то не туда свернулся. Потому что я поднимался... ну, до стрима я еще лазил в какой-то спортивной комнате. Там ринг для бокса. Интересно, это по газону нужно будет пройтись, что ли? Я так понимаю, это мы только прошлись в одном здании, а вот еще здание. Фрост, привет. Нет, он чуть-чуть, он маневреннее, чем Венгвард. Объект, я не знаю, ну, подраться-то по-любому можно, потому что это зона, которой разрешен огонь. Соответственно, можно же и боксировать. Видишь? Вот как-то так. Я хочу сейчас найти этот ринг, вам показать. Что это за место? Это новая локация, и, скорее всего, ее готовят под ивент. Который мы будем с вами... в котором мы примем участие.
Если бы не это рестриктерия еще. Блин, раздражает капец как. Слушайте, ну, с учетом того, что можно зайти почти в каждое здание здесь, понятно, что нету возможности остановиться на каждом этаже, но давайте будем честны, таких игр почти нету, в которых можно выйти в любом месте, ну, имеется в виду, на любом этаже и побегать и позаниматься своими делами, да. Ты представляешь, дерешься в ринге, противник чувствует, что проигрывает, достает пулемет и побеждает. Не, ну слушай, ну это нечестно. Затопчет все газоны, да. Народ же дикий. Затопчет однозначно. Еще труп валяется. Похоже на курортное место. Ну, наверное, да. Наверное, здесь люди просто отдыхали, веселились, но прилетели девятихвостые и обломали им отдых. Ну, как видишь, начудили, наверное. Я сам жду лора по этому вопросу. А мы здесь были? Судя по помидорам, которые мы первый раз смотрели, мы были здесь, да, ребят? Я пытаюсь понять, куда меня постоянно кидает. Очень похоже на то, что здесь уже были. Алексей, приветствую еще раз. Все одинаково почти? Да нет, я думаю, я просто, по-моему, на ту же самую локацию попал. Но это не точно. Может, я не туда свернул, или все здесь настолько вместе связанное? Давайте на лифте попробуем проехаться. Комнаты. Нифига не видно. Так, где фонарик? Кстати, давайте, наверное, воды для начала выпьем. Ну вы же понимаете, да, что... Кстати, спутник появился. Если я здесь могу ходить, то, соответственно, игроки ж точно однозначно здесь что-то устроят.
как и все. Взял, выбросил. Зазус, привет. Блин, обидно, что ночью. Хотелось бы днем, конечно, это все увидеть. Газон опять убирать. Ну, такие, как я, придут, тут нагадят. Кстати, тут можно гранатометом накидывать снизу, если там кто-то бегает. По дуге. Надо было в пропасть кинуть бутылку. Ну, да, согласен. Так-с. На этом стриме луку смотрим, да. Я хочу на эту луку полностью изучить, просмотреть. Ну, она интересна на самом деле. На том стриме мы мучали этот, Скорпион. Кстати, ребят, есть еще одна дополнительная фишка, которую они в патче 3.17.1 добавили. Достаточно, я считаю, удобную и хорошую. Теперь при покупке инвентаря личного, его можно сразу закидывать на корабль. Hello! 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 Are you watching Xenotreat? Okay. Необщительная какая-то. Ну, да, ребята, здесь мы уже были с вами, по-моему. Очень похоже на... Еще водички взять. Так. Практика показывает. Вода здесь прям очень нужна. Да, я к выходу иду. Сейчас, ребят, я хочу просто просмотреть еще локацию. Потому что я уверен, что это не все. Я говорю, я не могу просто найти ту локацию, которую я находил до стрима. Ну ладно. Блин, ну им надо... Да, им надо где-то здесь еще оружейку понакидывать. Потому... Я же так понимаю, нету, да, доступа к локальному инвентарю? Нет, нету. Или без микрофона, да, либо не настроил, или настроила. Боип. Хорошо не пристрелила, но... Крайм бы схватила. Кстати, обратите внимание, здесь тоже шаттл, но он не отлетает. Он здесь просто стоит. Мне вот интересно, он просто здесь завис или... Он будет иметь какую-то... функциональность геймплея. Ну, я не знаю, там, например, надо мирных спасти и отвезти к этому шаттлу. Он должен их отвезти. Мы ж помним, да, на одном из инсайдов показывали, как непись подходил, ну, игрок подходил к неписи.
типа нажимал там «следовать за мной». Ну, это было показано, конечно, как пассажиры будут работать. Ну, в целом-то механика-то одна и та же. Провести того же самого гражданского до безопасного места. Ну вот представьте, кто там предлагал подождать, когда будет день. Мы с вами уже стримим 50 минут, ребят. Представляете? Вот, еще один ящик с паролем. И там, кстати, лайки не забывайте ставить. Пароль 04, давайте попробуем 0451, то, что Шинкарова предлагает. 0451. Не. Лексшторм, привет, рад тебя видеть. Ладненько, движемся дальше. Когда летающие коровы, это между виду летающие, наверное, киты, да? Парящие. Слушай, дай им с ФПСом хоть как-то разобраться, а? Потому что ФПС тут очень болеет. Смотрите, какой здесь еще у нас коридорчик имеется, а? Архангел, который меня подстрелит, но я не думаю. Карта для Стармарин? Не думаю. Я не думаю, что это карта для Стармарин. Кстати, светает, господа. Видать, генерируется. Ну, скорее всего, да. Либо, может, тут же несколько ящиков. Может, на каждый ящик разный. Да и, опять же, скорее всего, генерируется так же самое, как код в этом клэшере. Так, ну с этой локацией понятно. Ладно, давайте еще раз поднимемся на лифте и попробуем в другие здания подзаходить. Я же все-таки хочу найти этот ринг, который находил вне стрима. 60-й лайк поставил. А там, ну что, народ не спешит лайки ставить? Или все-таки на крышу поехали? А давайте на крышу поедем. Я хочу на крышу поехать. Я не помню, был я на крыше или не был. Смотрите, какой здесь бардак. Здесь явно что-то пошло не так.
Здесь явно что-то пошло не так. Зарплату не дали, да? Народ начал бунтовать. Кстати, да. Чего они зарплату людям не платят? Главное не вывалиться. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь тупик, окей. Это все, получается, генеральные директоры Crusader Industries, я правильно понимаю? Да, CEO, да, это получается. Те, кто управлял компанией. Я думаю, управлял. Пока активности нету. Локацию я... Ну, опять же, мое предположение, ребят, что локацию готовят к ивенту. Там вроде как ее уже даже тестировали. Поэтому ждем. Я специально использую слова вроде там... Как бы... Потому как мы помним тестирование театра войны, да? Все прекрасно. Театр войны что-то как-то опаздывает чуть-чуть. Смотрите. Это все та же самая локация. Видите, дым идет. Там мы где-то ходили с вами. Ограждения оборонительные ставили. Окей, я очень надеюсь, что мы этот ивент получим там хотя бы в течение 2-3 месяцев. Ладно, давайте дальше посмотрим на локацию в целом. С крышей все ясно, понятно. Да, утро по чуть-чуть. Будет возможность даже, я думаю, днем пройтись по локации, посмотреть, как она будет выглядеть днем. Следы боя. Здесь явно что-то произошло. Тут точно будет вечеринка, ивент, но неужели после ивента луку уберут? Тут можно кучу активности сделать. Ну, можно. Смотрим, посмотрим. Они-то по лору могут прописать, например, из серии, что да, уничтожены уничтожены криминальные элементы, поэтому нам надо время на ремонт этой локации, например. Ну, такой, по лору что-то придумают, я думаю.
Слушай, ну, Лёш, я не думаю, что они будут тестировать здесь театр войны. Так, это одно здание, это второе здание. Ага, окей. Тогда на крышу. Сейчас может оказаться именно эта локация, где был ринг. Но это не точно. Нет, это не та локация. Блин, где этот гребаный ринг? Слушай, такое ощущение, что Ctrl-C, Ctrl-V. Прокси, привет. Новую локацию рассматриваем. Да, я нашел. Вот, видите красным? Вот это ринг. В общем, нам надо идти будет в это помещение. Давайте сейчас изучим эту крышу. Но мне кажется, здесь Ctrl-C, Ctrl-V. Там даже предметы были разбросаны одинаково. Я надеюсь, разрабы хотя бы как-то, блин, пораскидывают. Чтобы хоть отличались... не знаю, вместо того же самого, где стульчик будет валяться, там, кресло, потому как я вышел, у меня такое ощущение, что я зашел на ту же самую локацию. А в целом, блин, в целом круто, реально. В целом реально круто, ребят. Понятно. Там можно упасть случайно. Ну что, ребята, кто предлагал подождать? Уже час. Так, надо запомнить, в ту сторону свернуть. А можно ли на корабле десантироваться? Слушай, а я не проверял, кстати. Здесь бы, понимаешь, я сейчас начну блукать, здесь бы второго человека, чтобы он по метке прилетел. Но мне кажется, можно будет. Вот там большие площадки есть, огромнейшие. Я думаю, как раз они сделаны для посадки кораблей. Что так дышит тяжело? Если не все нормально. Так, еще раз. Когда я выхожу, мне надо идти там, где побольше дыма, правильно? Правильно. И подниматься на крышу. Окей. Попробуем.
Им еще поработать над текстурами. Так, это получается, надо идти в ту сторону, окей. Гиммер пишет, что можно, окей. Ну, я так понимаю, можно корабль высадить. Что, еще отдельно пройтись по этому? Когда на днем отдельно по локации пройтись или как? Говорите. Так, вот это помещение. Сидишь погромче? Блин, здесь катлас валяется. Офигеть! Вы посмотрите, как это офигенно смотрится. Ну нафиг. Остатки катласа, я так понимаю, здесь валяются. Здесь еще не хватает трупы десанта, что ли? Ну это задница катласа. И здесь ящик, ребята, внимание. У которого есть пароль тоже.
изображение, знаете, как вот чуть плывет, как от высокой температуры. Здесь не хватает оптимизации, а не десанта. Ай! Вот лис. Походу, они заходили с той стороны. А я обратно не залезу никак теперь, да? Блин, нет, как так? Антон Суханов, приветствую. Ну, мне кажется, они заходили с той стороны, и их могла система ПВО подбить. Просто офигенно большая. Но я даже не знаю, получится ли у меня сейчас залезть обратно. Очень бы хотелось. А можно обратно залезть? Ну, в общем, всё, ребята. А Джин, а ты тут? Кстати, ты тут? А ну, секунду, давайте проверим, кто там за корабль спрашивал. Да не, тяжелая броня не поможет. О, так он еще и рядом. Бери корабль, на двоих подлетай. Сейчас узнаем, получится у него сесть или нет. Мне штаны по ним залезть. Ящик ты имеешь в виду создать? Давай корабль дождемся. Разбегают, не получится с разбегом. А, нет. Приборов ночного видения пока что нету. Джин, ты там вылетаешь или нет? Ладно, давайте пока выставим ящик, попробуем. И надеюсь, получится залезть. Михаил, привет. Ребят, все, кто присоединяется, всем привет, приятного просмотра. Да, Катлас пойдет, более чем. Конечно. А, не, так, не, ну, чё-то. Эх, что за люди? Ладно. Может, так оно? Вот же хитрая.
хитрые. Получается только штаны, да? Грэп. Ладно. Пробуем еще вариант. Ну, мне, честно, интересно, получится или нет. Я-то по-любому дождусь джина. Да вы шутите, ладно. Опа! Тем временем мы ждем джина. Броню кидай, но не спасательный корабль. Да, уже сделали. Все снимаю под музыку. 9,5 недель, да? Да, Антон, будет что-то неанонсированное. Как минимум это от Дрейка. Это считается официально неанонсировано. То, что там ликсы накопали, ну, тоже такое дело. Остался без штанов, без шлема и без этого нарукавников. Она у меня есть, я выбрал просто и поехал, академ. Привет, огромная рука уже была. Эй, привет, да, вот мы по ней ходим. Вы подключились к стриму Сечеславу. Раздевайтесь. Джин, как подлетишь, скажешь, я опять туда спущусь. Не терять время. Сейчас интересно подняться на крышу. Я читал, геймер, я читал твое сообщение. Тут, ты же понимаешь, надо самому пощупать, потрогать, попробовать. О! Портал, ребят! То, о чем я говорил. Это блины. 15 килограмм, 10 килограмм, 5 килограмм, 20 килограмм. Что у нас тут еще? В целом, стандартные. Гантели, лежаки. Как-то так. А вот и ринг, о котором я говорил. Ух, сердечко шалит. Блин, а никак не за... А, вот, залезть можно. Я тебя не боюсь. Старсит, что ты делаешь со мной?
Опа! Ну что, господа, спарринг? Теперь нам, как говорится, немного представили, да, голос Майкла Баффета. Такой. В левом углу Сичислав в рот, а в правом углу какой-нибудь человечек. Ну, в общем, ребят, ринг есть, я думаю, здесь можно будет веселиться. Атлетику нужно качать? Ну, атлетика. Рокки Бальбоа. Там Рокки лично. Ну, прикольно, согласны? Спарринг Турбо против Сычеслава. Канал Олененка. Привет, Олененок. Как ты? Симпатично. Ивенты мутить надо. Бе. Главное, что, ну, понимаешь, Джен, не все ребята качают себе ПТУ. Главное, чтобы эта локация перешла в этот, на лайв. Можно будет замутить ивент по боксу, ивент по перестрелкам. Ну, в целом, тут такая же самая получается площадка, как и на тех крышах, в которых мы ходили. Я знаю, кто должен быть в правом углу. Нет, винг-сьютов нет у Тони Логан в игре. Главное, чтобы на лайве была возможность зайти на эту локацию. Хотя, если можно будет подлететь к этой локации, то в целом, она, я думаю, цыги оставят. Джен, ты уже летишь или нет? То мы даже уже по рингу походили. Слушай, ну я думаю, вам интересно еще посмотреть, как... выглядит, да, эта локация, чтобы было с чем сравнить. Эйсон, прыгай. То есть стример тебе больше не нужен, да? Автопилот разворачивает. Слушай, а ты поверху подлети. Ты не по прямой? Возьми где-то вверх километров 10-15 и подлети. Ну, чтобы над был. А потом попробуй спуститься.
Я, например, буду скачен, но я зачастую не вижу смысла туда заходить, разве что если какой-нибудь конкретный корабль потестить. Вот. Я же говорю, мало, ну, как бы активность на ПТУ у людей на самом деле не такая высокая. И, откровенно говоря, я вот не понимаю людей, которые покупают подписку для того, чтобы попасть на ПТУ. Are you ready? If you're ready, stand up, please. I win. Great. Thank you. Thank you very much. It will be cool. Ну вот, так остылялись, Вячеславу. Виктор, приветствую. А, лифт не можно найти? Так. А, стоп, нам на выход. А, смотри... Так перемотай этот стрим, посмотри, откуда я стартанул. Я единственное пытаюсь понять, где здесь... Так, мы когда вышли, да, первым делом, что мы увидели, это гантели, верно? А. Это не бокс, он с колена ударил, но... Слушай... Бывает. Привет, Шак. Так я же тоже был вроде как в броне частично. А, ну, разве что без шлема, ну ладно. Перед выходом на арену раздеваться? Да, это ж не принципиально, Серега. Это ж чисто по фану было. Меня надо громче сделать. Хорошо, сделаем меня громче. Блин, вы там определитесь. Кто-то говорит, что я слишком громкий, кто-то говорит, слишком тихий. Окей. Так, а где Джин? Где наш Джин? Не вижу его метки вообще. Кстати, Женя, как ты с ним заговорил? На какую кнопку или это отдельное настроение надо? Ну, у меня по умолчанию стоит на нампаде плюс. Это было почти как в киберпанке. С лосихой? Да. Я, кстати, там себе поставил эти руки гориллы. Самые это, эпичные, самые крутые. Да! Задания проходятся на ура. На максимальном уровне сложности. Так, он, наверное, хотел поклониться, как принято у японцев, но в игре не предусмотрено. А, наверное. Так.
А он Джин пытается, наверное, подлететь. Слушай, ну это самая максимальная громкость. Ну, могу, конечно. Что за красную линию заходит уже. Так, окей. Так, я все равно пытаюсь, но не пускает пока. Понятно. Сделай голосование в чате, узнай, для кого ты громкий, для кого тихий. А. Для тех, кого тихий, пускай накручивает двойную громкость. Тоже верно. Это Корусант? Нет, это не Корусант. Это Орисан. Понимаешь, Серёга, тут такая проблема еще. В наушниках одна громкость, а на колонках другая. Я это заметил, особенно когда делаю, монтирую новостные видео. И музыка. Кто-то мне, ну вот, Яр мне постоянно говорит тихо. А я говорю, да ну слушай, как тихо, если музыка, блин, орёт. Я ж слышу, как она орёт, перебивает меня. Вот. Потому что он слушает, например, на колонках, а я слушаю в наушниках. Как-то так. Я без импланта полчаса лупил. Да, вот видишь, я решил попроще сделать. Импланты поставил и пошел. А зачем ты его по носу бил? Его ж по носу не надо было бить. Ты ж его по носу набил, блин, у него же там граната. Вот она и рванула. Не, сверху тоже не пускает. Там до какой-то высоты можно опускаться безопасно. Слушай, ну, мне кажется, значит, и они могли подправить, и теперь фиг, кто на корабле сюда спустится. Я думаю, специально сделали. Так, днем пройтись, да, по локации посмотреть, ребят? Потому что мы ночью ходили. Теперь смотрим, как это, в принципе, смотрится. Днем, что ли? Скажем так, днем некоторые детали лучше видны. Особенно вот эти разрушения, дым, как все горит. Смотри. А, так подожди, а ты на лайве или на ПТУ? Потому что это на ПТУ, дружище. Мотки ничейненькие. Я же говорю, я же на ПТУ. Симпатично. Большая локация. Еще раз можно об этом сказать. Потому что она реально большая, она огромная. Им, конечно, респект. И они же ничего не сказали об этой локации, понимаете? Тихонечко сделали. Смотрите, какие масштабы.
Я так и представляю, влетает сюда Валькирия, высаживается десант вражеский, начинается перестрелка. Тут бы, конечно, еще можно было бы этот танки высаживать. Я думаю, танк здесь влез бы. Тони Логан, у тебя есть возможность отлететь в бан, нахрен. И потом ты узнаешь, насколько будем, насколько здесь рады им. Так. На самом деле тут полно всяких зданий по дороге. Ну, как тебе сказать. Шикарно смотрится. Просто шикарно. Мой АК-10 полностью удалят через 14 дней. Лучше бы они дали доступ к нему. Ты мне написал? А то какой-то странный подход. Значит, если ты пишешь с этого... со своей электронной почты, да? О том, что удалите, пожалуйста, аккаунт. Они говорят, окей, а дать доступ где? Ну вот, Скифер согласен с тобой по поводу того, что десинки, они, конечно, рассинхронные десинки, они убивают атмосферность игры. А давайте сейчас еще пролетим, да? Кстати... Пролетим. А куда и двигаться-то? Я уже и забыл, куда двигаться. Так-с. Что здесь у нас? Я пытаюсь вспомнить, где... Вот эта платформа, да? Да, вот она платформа. А что такое десинки? Когда... Сейчас видел, когда телепортируются персонажи? Вот это десинк называется.
Что там произошло? Ну, кто-то на кого-то напал, поубивал. А, есть предположение, что это будут девятихвостые. Ninetales. Я просто не помню, где здесь... Где тут шаттл, который должен меня забрать. По-моему, это не то место. Согласен, солидарен Яр полностью. Я, если честно сказать, чуть-чуть заблудился. Мне бы понять, где шаттл прилетает, который меня доставил в это место. Немножко озадачен. А, окей, я не буду спорить по поводу того, кто Ninetales, либо... Либо Пайра прилетели наши друзья. Не хочу в такое будущее, там нет частных домов. Квартиры будут? Разве это плохо? Что там за труп отмечен? Это игрок валялся, скорее всего. Даже не скорее всего, это игрок. Же хрень. Вызывать Деламейн. Слушай, а по-моему... Блин, я реально заблудился. А ну, секундочку. Секунду. Hospital, White Cacao Showcase, Wine Dining, Fitness Center, Outdoor, Relaxation. Тапку устроим? Пускай на лайв выйдет. Можно попробовать тапков устроить. Ну, Star Citizen и тапков — это такое сия. В смысле, только привозит. Нет, я не в шлеме. Еще раз попробую. Origin Universe, привет. Как бы... Нет, это не то место однозначно.
Escape from Orison. Походу, да. Немножко озадачен. Твой корабль тебе как дом. Крепость и логово зависит от твоих хотелок. Карак, например, для кого-то может быть личным домом. Глазух тему говорит. Как вы считаете, может это место для... Да нет, не оно. Может там где-то есть? Надо запоминать. А он там просто стоял. Тут есть два места. Челнок с доставкой и челнок, где просто стоит. Я вот пытаюсь понять, где тот самый челнок-то. Вот, видишь? Тут он просто стоит. Правильно? Это же этот челнок, который просто стоит. Так. Во! Ай! Да, это он. А его вызывать надо еще, ребят. Его еще и вызывать нужно. О, сейчас пролетимся. А вот я, наверное, за эти говорил метки. В общем, ребят, масштабы локации новой. Да, кстати, там девяточка получается, да? Их 9. 1, 2, 3. Да, 9. Точняк. Да мы везде уже были. Где мы только не были. Сегодня. В общем, разрабам еще работать и работать. The next shuttle is approaching the station. Да ладно.
Ты говорящая. Она сказала, типа, шаттл подъезжает. Прикольно. Ну, не такой он алкаш, он просто убитый. Друзья, если вы не в курсе, у нас новый сервер Discord. Можете присоединиться по ссылочке, которая в описании. Мы на нем проводим розыгрыш 3 стартовых пакетов. Присоединяйтесь, мы будем вам рады. Подробности на сервере все. Ну и видео скоро будет с анонсом розыгрыша. Народ Скорпиус в облаках. А что ему показывать? Мы уже целый стрим ему посвятили. Женя, приветствую, почему канал в Дискорде сменили? Я рассказывал, есть стрим. Что это было? Это в игре или у меня? Брэкстон, смотри, есть стрим на канале, можешь посмотреть, почему у нас новый Дискорд. Я не хочу к этой теме просто больше возвращаться. Он в записи на Ютубе есть. Никсоид, ну ты ж не первый день на стриме, ты в курсе, я думаю, да? О том, что мы сейчас на ПТУ и рассматриваем просто новую локацию, не более того. Которая готовится под ивент. Интересно, я пытаюсь... Слушайте, это, по-моему, вообще другая локация. В смысле, есть еще одна локация, которой я не в курсе? Крис, ну куда еще улучшать графику? По-моему, и так все хорошо. Ну не знаю, я нахожу себе геймплей здесь. Это ж песочница, ты же должен сам себя развлекать. Тебе дали механизм развлечения. Такой вот проход можно сделать. Короче, Restrictory, я так понимаю, это забаговалась фигня.
Слушайте, это другая часть. А, так это еще одна платформа. Реально другая платформа, ребят. Неожиданно. Ну, если бы еще не рестриктерия вот это висела по центру. Она меня раздражает. Грей Кэт валяется. Горящий. Ящик. Это походу, ребята, того, другая локация, однозначно. Тебя уже не выпустят. Все? Да? Ну ладно. На сервер Discord заходишь в раздел Giveaway, ставишь эмодзи, и на момент розыгрыша должен быть на сервере. Все. Дальше робот сам определит. Привыкли, что им всегда говорят, что делать, потому что теряются в таких играх и неинтересно, потому к своей фантазии нет. Скажем так, человек пустышка, но он на них держится. Монотонная работа. А, ну, я понимаю, к чему ты говоришь, что. Ребят, вот еще одна локация. Посмотрите площадь. Ну вот, да. Чуденько, да? Офигенно, я бы даже сказал. Ладно, движемся дальше. Не бухает, а бахает. Да-да-да. Верно обратил внимание. И дверь закрыта. Ладно. Ладно, не буду я перепрыгивать.
Блин, я уже устал ходить по локации, серьезно. Гражданский валяется. Я предполагаю, что, возможно, даже будут задействованы несколько локаций в этом ивенте. У меня есть предположение такое. Я себе и броньку нашел-то. Где-то нашел, где-то потерял. Или где-то потерял, где-то нашел. Это было. Ну, ладно, мне. Это жесть. Ну понятно, как бы к этому моменту мне к этому не привыкать, но все равно прикольно. Что-то в игре. Заготовки звуковые, да. Я тоже так думаю. Скрэкнэм, ну я думаю, локация сама по себе не исчезнет, она будет, просто будут ли туда ходить шаттлы. В общем, ребят, вы увидели, что разработчики добавили большие куски локации на Орисоне. Что могу вам сказать? Я очень ожидаю непосредственно самого ивента с участием Девятихвостых. Я надеюсь, что это будет реально интересно и весело. Мы сможем собраться командой и провести офигительно время, ребят. Разработчикам, конечно, отдельный респект за проделанную работу. Пускай они хоть и использовали заранее готовые ассеты Орисона, но тем не менее, это огромная работа тоже была проделана. Расставить, раскидать разбитую технику, раскидать трупы. Короче, жду ивента. Если ивент вдруг запустят на ПТУ, я обязательно, ребят, запущу стрим. В целом, на этом все. Всем огромное спасибо, кто смотрел до этого момента. Надеюсь, вам было не скучно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии. Всем до следующего стрима. Всем пока.